Всем привет! Сегодня понедельник, утро, день тяжелый и дождливый на моем случае, в нашем случае. Вот так вот, дожди, причем такой затяжной. Я не люблю такие дожди, ужасно не люблю. Я люблю дождь, когда... Я только проснулась, не обращайте внимания, еще лицо даже кремом не смогла, умылась и все. Я люблю дождь, когда вот летний дождь, ливень, вот он прошел и закончился. Такой ливень прям с грозой. А вот такое затяжное на целый день я такое не люблю. Начинается депрессивное состояние, настроения нет, ничего не хочется. Никуда не пойдешь. В общем, грустно в душе и вообще нехорошо. И причем у нас эта погода по прогнозу затянется еще на несколько дней. Так что очень нерадостно. У меня дети еще спят. Сейчас у нас утро рано. Я Сережу выпроводила на работу. И делаю себе кофе. Детей еще не будила. Пускай поспят. Чайник поставила сейчас. Где моя любимая чашечка кофейная? Вместе с вами сделаю себе кофе. Потом у меня есть, я люблю с кофе с утра сыр блю. Вот так, очень вкусно. Смотрите, кофе закончился. Ну, это только в баночке. У меня есть еще вот такая черевная упаковочка. Очень неудобно все это делать одной рукой. Вот так. Я кофе пью не крепкий. То есть на вот такую баночку, ложечку, ой, баночку, чашечку, чашечка небольшая, чайную ложечку без горки, вообще без горки. Сережка крепче пьет кофе, а я такой слабенький люблю. И еще и с молоком желательно. Но я не уверена, что оно у меня есть. Конечно же, нету. Так что буду без молока. Ой, это плохо. Без молока я не люблю. Кофе. Ну и ладно. Будет как-то так. Все, жду, пока закипит чайничек. И сажусь монтировать видео. А еще я сегодня... стирку затеяла, потому что уже был полная была корзина, вот так вот прям вылазила, уже не закрывалась. Распределила по кучкам, я распределяю, уже одна кучка стирается, и распределяю цветное, белое, светлое и темное. Сейчас у меня стирается темное. Несмотря на непогоду, у меня нет выхода. Я со стиркой дотянула, что приходится стирать в дождливую погоду. Ничего, дольше посохнет, но все равно же высохнет. Ну фу, ну что это такое? Не хочу. Сидеть дома, без машины. Сережка уехал на машине. Я, в принципе, не захотела его отвозить, чтобы оставлять машину, потому что не вижу я повода и куда мне ехать сегодня по такой погоде. В общем, как-то так. Ладно. Что тут сынулечка себе готовит? Да. Что-то шуршит, жарит. А сковородку ты помыл или грязненькую туда поставил? Помыл. А что я сейчас только что? А, ты уже помыл. А что ты маме не пожарил вкусняшку? А мама мне не просила жарить ничего. Ты же жопы какие. А ты что, не завтракала еще? Еще нет. А, не, я кофе попила с сырочком. Но уже обед, дело в том, что пол первого. Спасибо, мам. Ты ж проснулся, бог знает во сколько. А, то сыворотка, молока нету, сынок. Ты сывороткой пила кофе? Я вообще кофе пила без молока, без ничего, так как его не было. Ну, значит, надо отправить Вику в магазин. Вика сейчас садится за учебу, поэтому в магазин отправлюсь я. Но там дождь, так и продолжает. То сильнее, то слабее. А я думаю, что я так спал долго? Точнее, не спал и лежал. А ты во сколько вчера лег? Вчера? Да. Вчера я лег, только отправился спать. Да? А, то не поздно. И так долго спал, ничего себе. Видишь, какая погода сегодня. И на целый день такое, и на завтра, и на послезавтра. Короче, будем мы
куковать. В общем, то, что... Может, что-нибудь помнишь, приготовим, интересно? Я говорил, что буду сегодня и завтра гулять, да? Да, а вот тебе и дождь. Вот мне погода и дули показала. Западло. Слушай, сынок, может, что-нибудь приготовим вкусненького, торт испечем? Ты сейчас это с меня просишь? Ты ложку взял яичницу есть? Ты еще не проснулся, сынок. Ты слышишь, что я говорю? Может, торт испечем сегодня? Какой? Не знаю, посмотрим. Наполеон с печеньек вот этих такой? Нет, так это же не печеный. Я думала испечь там со сметаной. Можно бисквитики и перемазать. Лучше пиццу. Да не хочу. Эш, чем. И вчера пиццу, и сегодня, пиццу, каждый день, да. Ладно, я подумаю. Но готовить что-то надо будет в любом случае, потому что у нас уже все позаканчивалось, как обычно. Маркет сходить за этой мини-пиццей гавайской. Но... Да не, по такому дождю не пойдешь. Ты что, ему без машины папа уехал? Папа вот, да. Ненавижу. В общем, как я знаю, если на окончании наушников одна полоска, вот такая вот, это монозвук. Если две, стереозвук. Если три, стерео плюс микрофон встроенный. Угу. У нас три. Угу. Как я знаю, монозвук какаха. У нас на телевизоре такой стоит. Да? Да. Но не везде. Не везде. Угу. На новом канале стереозвук. Хотя как это работает, я не понимаю. Дали Назару задание. Мне страшно. Полакировать на... Ноже ручку. Мы ее уже обезжирили наждачкой. И сейчас вонять назад... будет. Ну, вонять, пахнуть. Благородно. Назар нашел у себя кисточку какую-то такую, да, боевую, которую не было. На мед похоже, я его чуть не выпил. Да этой кисточки уже хана. Вот это сейчас ты неправильно делаешь. Как? Ближе одно к другому. Вот так. Буль-буль-буль-буль-буль. Правильно, старт хороший. Ой, я теперь понял, за что ты говорил. Потому что он на ацетоне. Это нитролак. А мне нравится этот запах, как бензин. Ну, что-то сходство есть, да. Назар делает ножик нам на природу. Зверей рубить. То нет, зверей мы убивать не будем. Да я шучу. Это сейчас, Назар, делаем один слой. И минут через 20 делаем второй слой. Но вот этот первый слой надо будет зашкурить. Потому что он подымет ворсу на древесине. И там будут ежики такие. Так, обильненько, хорошо. Молодец. Давай. Ничего страшного, правда? Пропуск есть, просмотри еще все. Один пропуск убрал. Угу, хорошо. Все, больше нету пропуска. Есть. Где? Переверни. Вот он. Да. Во-во-во-во-во. Ничего не было вообще. Угу. И вот сильно, так. Сильно не... Ну что, он пропитаться должен. Хотя, давай. Ляпи. В торец хорошо. В торец, да. В торец это вот эта часть. Прямо аж туда, в торец. О! Это самое место, где древесина начинает тянуть влагу. Это торцы. Так. Хорошо. Все, идем сохнуть.
кисточку, да, пока ложи. О, что, у меня есть идея. О! Да. Все, вот так вот. Смотри, какой я умный. И идем. Идем. А может здесь где-то можно бросить? А может и можно здесь. Блин, и себе капельку этого лака на. Давай. Думаю, что можно и тут повесить. Сейчас попробуем примагнититься вот к этой штуке и на нее повесить наш ножик. Или к этой. Вот эта таблеточка. А ну пробуй. На вот этот прицепи магнит. Держится? А ну так. Нет, не держится. Убирай магнит. Пойдем тогда. Ой, как-то опасненько. Ой, магнитик. Ладно. Идем тогда туда. Да, идем тогда на другую сторону. Вот где-то. Решение было принято такое, что сейчас цепляемся до магнита. Давай. Вот сюда цепляй. Ну, только снаружи. Вот так. Давай. Да, и теперь цепляй туда нож. Хоп! И все, и он висит, сохнет. Лайфхак. Идем, ждем. Может, пока второй за этот. Мы купили вот такие вот вафельки. Мне прям захотелось вкус детства со сгущенным молоком. Это не просто вафельки, это Маша и медведь. Да. Маша и медведь вафельные. Только мне кажется, это и не Маша. Собирай маски, собирай маски. А зачем? Единственное, мне знаешь, что? Что? Это не Маша и не медведь чуть-чуть. Ну, так это с мультика с этого волка. Да, я знаю. Ну да. Так, ну, традиционно ваши завтраки. Короче, мне так захотелось... Вытягивай, сынок. Так захотелось этого тортика, вот прямо вкус детства. Я так понимаю, тортик будет... У меня мама помидор. Делала сгущенку, только не вареную, а такую белую. Ой. Она смешивала еще со сливочным маслом. Мы взяли килограмм, на всякий случай. Да. Вот, и это. И оно не такое приторное. Ох, вкусный тортик. Сосисочки. Ну да, мяско. Сейчас картошечка. Сделаю мясо в кисло-сладком соусе. Пюрешка картошка. Или картошка? Пюрешка? Молодую Вика захотела такую. А, я думала, пюрешка будет. А это на отбивнутке, да? Нет, это я сделаю мясо в кисло-сладком соусе. И вот еще что. И водичка. Доставай водичку тоже я взяла. Это? А, это соевый соус тоже я. Закончился. Это себе от изжоги, я так понимаю. Да, это водичка. И самое основное, самое главное, это... Ну, долаживай сюда, не видно. Ну да, все, убирай папа на рюкзак со стола. Угу, все, спасибо. И все, распаковываем, сейчас будем кушать, готовить.